WF компания SUV Records представляет. Здравствуйте, друзья мои! С вами снова SUV Краснодарский. Хочу рассказать вам маленький анекдот про охоту на зайца. Итак, семья, жена просыпается утром. Дорогой, ты сегодня не хочешь на зайца сходить? Муж такой не в понятке, думаю, как так? Ты же все время мне запрещаешь ходить на охоту, убивать животных. Ты знаешь, говорит, дорогой, так зайчатинки захотелось, может, все-таки ты сходишь? Муж говорит, да нет, ну ребята как бы на зайца ж ходят толпой, гнать нужно собаку. Не, ну сходи, пожалуйста, ты ж меня любишь. Ну, конечно, люблю, дорогая. Ну что, пришлось идти. Возвращается через час блюдо, зажаренный заяц. Морковочка, лучок, картошечка. Жена, вау, набросилась, съела блюдо. Говорит, слушай, милый, ты меня действительно любишь. Я поняла. Слушай, ну у меня к тебе вопрос. Все было очень вкусно. Скажи, пожалуйста, а почему ты за час управился? Обычно ты 2 часа едешь на охоту, 3 часа выходите и ищете зайца. Потом вы его обдираете, потом вы его день вымачиваете, потом вы полдня его готовите. И только через 2-3 дня блюдо из зайца готово, а ты за час управился. Ты меня так сильно любишь? Он говорит, ну конечно люблю. А как управился? Да просто. Вышел в огород, смотрю, на заборе сидит. Я его бах! Он даже мяукнуть не успел, этот заяц.